3-2-1, все, старт. Антон! А, Ярослав! Блин, я еще управление забыл. Фашисты гребаные. Просто по земле волочимся, как всегда. Бля, я не могу. Я не могу на земле поворачивать, к сожалению. Совершенно. Мне жопу уже покусали, блин. Я ни одного повода не ищу. Мне жопу покусали, а Галик. Я понял. Но я это не делал, это Лёша, значит, сделал. То есть Антона уже сбили в самом начале. Да ёпара. Всё, забыли, полетели. И по идее я в коллизию, кстати, включил. Разрушение по коллизии. А что, реально? Да. Ладно. Блять. Ты сказал это, когда я уже разбил. Молодец. Один, да, ну да. Похуй. Сейчас скорострелять очень чувствуется. Сейчас подожди. Не понял, блять. Чё случилось? Чё с энержазом, блять? Какого хуя? Это он чё? Это он сейчас, блять, по мне пострелял? Или а, кто это? Это я. А это чё с энержазом? Он у меня тэпнулся. Он я тоже божество прям. Он у меня тэпнулся нахуй просто. Он у меня исчез. Я вообще запутался, блядь, ничего не понял. Блин, Антон, блядь. Лёша, помоги мне с Антоном. Я тут единственный... Это я вам ещё не И-16 дал. Если дал бы И-16, я бы сразу лучше убился бы на... Твою мать, да кто, за что, минус крылья? Лёша, красавчик. Легко сказать. Летать-то я ещё могу, но, бляха-муха, не могу. Маневрируй влево-вправо. Я могу летать, конечно, но... Я думаю, тебе стоит... Да, тебе явно, блядь, стоит перезаспавнить самолет уже теперь. Все, Антон разбился. Не стреляйте. Мы можем стрелять, пока он на земле, потому что... Быстрее взлетать надо. Чтоб тебе крыло отвалилось, блядь. Я на Антоне. Иди в жопу, пожалуйста. Не, лучше наоборот. Не дошел. Да, иди в жопу, иди в жопу. Ну, хорошо, Антон, сейчас на твою сяду тут. Муха сраная. Лёш, ты жив, скажи? Ты можешь летать нормально в своем штатном режиме? Или, блин, колбасишь? Нет, не могу. У меня нет этого. Иди в жопу отсюда. Минус закрылка, спасибо. Твою мать, иди, прощай. Ебать, я охуенно на хвост ему обратно сел. Маневрами разгулил. Да я даже маневрировать могу, ты мне... Ну правильно, тут самолет, когда повреждаешь, пиздец. А мне в этот раз повезло, и ты мне, когда пару раз по мне попал... В этот раз, блядь, не с первого раза у меня тут отвалилось все нахер. Это было вчера. Нормально. Жопа Миха. Какой Миха? Как ты так точно стреляешь, я не понимаю, это не вообще не палит меня. Да че это ты, блядь? Ой-ой-ой-ой, блядь. Нормально, блядь? Сука, фух. Близко к земле было опасно. Ой, шептайте меня, блядь. Алёша, выходи. Блять, а вот он так близко к земле летает, то что мне сложно его преследовать. О, хорошая тетя тактика. Ну только ты так никого другого не собьешь, а я могу, в принципе, потом высоту набрать. Но я могу потом высоту набрать, блять, и тебя разъебать сверху, в принципе, без проблем. Просто так дольше раунд будет идти. Он и так долго идет. Не, он не так долго идет. Так хотя бы прогресс какой-то. Да, блин, я... Ой, всё. Суицид. Ты что, диспавнил, это было вообще херово? Да, скотина, почему это говно не летит? Да нихуя себе не летит, я тебя расстреливаю, тут 30 минут, ты, блядь, всё ещё летаешь. А
все, я приземляюсь. У меня закрылок боковых нету этих, как это давно называется. А если я типа диспауню, потом ставлю самолет еще раз, это типа он уничтожен, да? Да. Ну конечно. Ты че ты уже не навелся? Отстань, только пицца. Заготовать. Да я еще тут не навелся нихера. Просто рядом где-то стреляю. А, не навелся. Ну да, не навелся. Ну, блять, пока я эту фразу говорил немного больше, да. Но все равно я, кажется, не попал. А когда самолет полгода отвечает? Вы что-то, я замечаю, друг другу вообще не помогаете. Мне с Фантандере было херово с самолетами. Ну, работе-то эти просто вот как одиночки совершенно. Я не знаю, где кто находится, блин. Так я ники вот есть. Да, Алекс, что-то не так. Я не могу камеру даже повернуть. Чего? У меня одна рука, блин, на топке вперед, другая. Да мы вместе с Лёшей тут вместе летаем, тут, с кадрилей. Я приземлился. Топово. Нихуя, Лёша, ты чё там? Чё-то, чё это было? Да твою мать, минус 2 крыла! Красиво! Как это минус 2 крыла? Как это? Вот так вот! Ну, да, хера. Я не мог поворачивать, ты мне закрылки все снес. А, ты мне. Ты имеешь в виду то, что я оба элерона снес? Ты не закрылки. Да. Закрылки нужны для того, чтобы посадку совершать и взлет. Твою мать! Да твою мать, это управление! Блять! Тут, сука, до землю садится, я из-за этого тут это теряю его. Я уже кусок. Она жаста, блять, Лёша! Лёша, блядь, уф, нахуй. Я же по прямой летел нормально, спиздец. Чё ты твори? Чуть не въебались. Да, нормально. Энержаса, в смысле, Энержаса, ты ёбнулся, что ли, это как это? Да, я уже приехал. А, ну просто, ты мне до этого сам влетел, типа, в пушки, я даже по тебе не целился. Это пока вот я по Антону пытался попасть. А Антон, сука, блядь, потому что постоянно садится, на очень мелкой скорости летает. А БФ он на мелкой скорости, ему сложно в воздухе находиться. Я не могу, у меня все дергается, у меня самолет все дергается, блядь. Почему? Ты на очень мелкой скорости, я замечаю, потому что постоянно а едешь. Не скорость? Потому что просто на мелкой скорости. В смысле, как я тебе наберу скорость, просто W. Мне все чешется, блядь. Я замечаю то, что в этой версии почему-то вот как будто самолет трясет постоянно. Ты что, Энержас по мне попал? Да, ну он управляется. Да. Почему же ты не спит? Ну ты трассером попал, мне повезло. Мне руки жопы растут. Блять! Фу, нормально. Я пока за Антоном следую, и эту землю уже провел крылом. Траву погладил. Тон, что это было? Ты чё? Я с земли тут чуть-чуть. Да пиздец, Терминатор этот, блять, ник. Он типа боеспособным быстро перестает быть. Однако просто в воздухе вот он держится очень долго. Да еще и на такой скорости. Говна, куча под ногами, я бы. Ты где-то. О, жопа. Вот сейчас я хорошо нахлостил уже. Почти что. Спасибо. Благодарен. Теперь у меня вообще. Потому что ты высоту набрал, блин, и позволил мне хорошо маневрировать тут. Вы кого-то раз мы сбили бы. Нет, кажется. Я предлагаю, когда мы поменяемся нациями, надо это. Ну, хотя ладно, в принципе, не надо. Я бы зевнул. Я передумал. А, ты один раз и дом. Да. И второй раз тоже об землю долбанулся, но я выжил. Он сейчас летает дальше. Я по тебе стреляю, бляха-муха. Ты снизу. А нормально, я взлечу. Блять, ладно, нормально. Сука, я потерял кусок какой-то, херенный какой. А, все. Попутили. Да потому что. Что за Антон, блять, по земле тут ездит. Я уже где-то 3 или 4 раза это выбрали. Типа ваша цель это как бы, ну. Пытаться сбить нас.
Ну все, я думаю, он хочет пустить. Ты иди ты нахер, да? Так это как ты, блядь, еще летишь? Я уже не лечу, блядь. Терминатор советский, блядь. Я ничего не могу сделать, я хочу повернуть. Так вы, у вас двое, блядь, вы можете просить друг друга помочь, чтобы пока, прости, пока я на хвосте у Антона, Энержа сможет меня сбить. Спокойно, как было вчера, ты же меня... Вот я на хвосте у Энержа забыл, а меня Антон сбил в итоге. Это единственный раз был, когда меня, собственно, сбили. Вроде бы, да. Когда я был на хвосте у Энержа. Да твою мать! Нас же не просто так 2 на 2. Нас бы лагало меньше, если бы было 1 на 1, однако... Мы тут 2 на 2 для того, чтобы можно было друг другу помогать. Если кто-то на хвосте у тебя. Ну давай помогай мне, у меня на хвосте. Я сейчас вижу, что на хвосте будет. Это правда. Шить. Ну ты как будто маневрил. Давай ты на галлице, я на Алёше. Сдохни, блин, тварь летающая, серая. Блин. Впервые за раунд ты нажал с Антоном, начали как-то коммуницироваться. Вообще, между прочим, как раз таки советы, они больше коммуницируются, у них там командная работа. А у немцев доктрина то, что они поодиночке там просто... Я зависла. Одиночную хуйню такой. Прикол. Ой, скрап Параша. Скрап Параша. Ферма Параша. Ай! Нет, нет, иди в баню, почему? Разбейный, москаль, вынужденный. Леша, извини, если я по тебе попал. Ну, нормально, разбитый. Знаешь, что мне легче, блядь, своего убить, чем играть. Так я знал, что ты за мной. Тем более Энержас. Тем более Энержас развернулся. Ой, блять, Энержас, это. Алёша. Развернулся на Антона тоже. Ну, Лёша, лучше Энержа займись, а то он мне на хвост сейчас сядет, пока я Антона буду ебать. Ну пытаться. Блять. Твою мать, да именно в этот момент у меня камера сменилась. Твою мать, что за что мешает? Контузия, блядь. Перегрузки. Да, не шестанки. Пошел на юг. Не, я на север, спасибо. Где вы шоу? У меня вид уже, блин, разный размер. Мы третий раунд сделаем чисто на БФ каждый. А немцы будут против немцев с вами сражаться? Ну, да? Типа, тренировки. Сиренные тренировки. Топовые вообще, боевыми снарядами стрелять. Я, наверное, больше никогда на самолете не жил, как сейчас. Сейчас на Карков. На Карков реально нахуй. Скотина. Не-не-не, ты до этого жил... Управление, я не могу. Ты до этого жил много, когда просто... Это да. Когда очень близко над землей постоянно летал, я просто долго тебя не мог сбить. Класс, у меня шасси, у меня из-за поломанного шасси я взлететь не могу теперь. Слушай, по-моему, это была плохая идея, чтобы на танках сражались ради того, чтобы не самолеты сбить. Я вообще не могу. О, ой, давай. Здорово, блядь. Ну, видимо, мы оба сбиты. Уничтожи. А, хотя... Чё хотя, ничего не потянет. Хотя... Пока. У меня полсамолёта нет, ну нормально, мне похуй. А, на, блядь, вау, я понял, у меня нахуй уничтожено управление. Блять, Антон, я пока просто пытался взлететь на полуразъебанном самолете, что-то тут пострелял. Я просто слышал, что я тоже 50-й самолет стрелял. Невозможно управлять. Не поспоришь. Агалис, у рубай хуст адвентич. Да какой хуст адвентич у меня у самого... У вас чуть-чуть пингует, а у меня вот FPS понижен.
И на новой версии тут тоже, типа, тут какая-то задержка небольшая есть. Я не знаю, с чем это связано. Тантун, блять, как ты живешь, нахуй? Все сколько стрелял? Я что, возродился? Да я понял. Да я понял, что ты возродился. Как ты забираешься все время? Ну красиво убил. Спасибо, блин. Я если я тоже уничтожал, бы тоже красиво выглядело. Чтоб у вас, блин, самолет взорвал. Ты возьмись, по-моему, пойдет. Не, это не надо. Горишь. А что если? Ну вы серьезно? Нихуя, еще и Леша добавил там вообще. Давай, просто как пираньи летают, нахуй. Я почти сел на хвост. Что случилось? Ты говоришь, управление, бля, хамуха, все дергается херам. Ой, блядь, что случилось с Энерджаз? Да я... Я шасси не буду. Ну опасно же было, я вперед улетел, ты мог мне на... Ну теоретически мог на хвост сесть, но в таком положении это просто было. Если что, кстати, если постоянно не зажимать в начале кнопку взлета, то ты быстрее скорость набирать будешь. Леша, извини, если попал. Да мама! Иди ты нахер, а! Я по Антуну стрелял. Спасибо, теперь у меня точно болтаться будет. Ну, я не проследил, ты очень быстро появился на экране. Ты чё, нихуя себе близко было так? Ой, чё происходит? Почему у меня всегда лучше моменты, блин? Потому что я могу по своим пострелять, у меня моменты по своим пострелять, он будет для туша, бля, чем по врагам. Ой, бля, я чё-то не рассчитал. Ой-ой-ой, чё-то не рассчитал. Ой, мать. Стоп, откуда тут ещё одно колесо? Откуда тут ещё одно колесо взялось? Это с другого самолёта, видимо. Ну, короче, я разбился просто, пока за Антоном следовал. Ура! Я тоже разбился. Нет. Она мана сейчас лечит. На, я... Да ну я ее нажал. Не, ну я типа не смертельно разбился. Но это довольно серьезное повреждение получил. Неприятное. А, иди в баню. Иди в баню. Да пошел так, ты кто, Галик? Иди в жопу. Ой, блядь. Пока. Я что-то не рассчитал, случайно вперед вылетел Антону. Ну ладно, сменю цель. Спасибо, Агалекс. А, смысл на меня? Спасибо, Агалекс, нахуй. Я сейчас как инвалид катаюсь. Нахуя себе энергия с высоты набрал. О, я немножко попал по Алёшеньку, не по мне, я улетаю. Да почему мне своих сбивать будет легче, чем при врагов? Я не знаю, Антон, я летел ровно за Энерджазом, почему лучше? Тебе... Почему тебе проще Энерджаза сбить? Ну типа, раз я на... Я... Раз у него на хвосте, у меня такая же скорость и такая же маневренность, как у него, чтобы за ним следовать. Ты чё плакал? Ну чё-то сбил. Нет, ты что, у вас маневренность не хочет. Ну, конечно, больше маневренность. Чем-то лучше одни самолеты, чем-то хуже. А чем у нас лучше? Прочностью. Скоростью максимальной тоже. Да, да. И ускорение. Сколько мне 5 метров в секунду быстрее? Давай я же стянул эффект. Они плавно управляются, им проще наводиться на наземные цели, да и в принципе проще наводиться. Ну чё, я предлагаю тогда меняться, да? Блин, я москаль говно всякое. Ну как всегда. А, ферму тебе присылаю. Ну всё, поехали тогда, блядь, потому что Энерджаз там стартанул, блядь. Говно всякое. Лёша, давай попробуем не уебаться. Да. И теперь... давай, ты направо летишь, ты направо, а я за тобой. Давай, друг у друга на хвосте. И так мы друг друга прикрываем. И старайся пониже высоту держать, пониже. Им сложнее будет навестись.
прям. Спасибо, низко. Блин, мою тактику стырить. Что значит твою тактику? Охуенная тактика, блядь. Такая уникальная, прям до пизды. Иди в жопу. Ну вот, отлично, наша тактика работает с коммуникацией, блядь. Антон, не отвлекай. Я сейчас могу, блин, ближе к земле лететь. Да это кто, это на Алёху или на ЭКС? А, жопу, пилят, спасибо. Ну, Лёша, просто так кружись, я буду стараться тебя от Антона защитить. Ну, и старайся также Нержаза подбить. Ну и по возможности, если будет возможность, Антону тоже постреляй. Да скотина летающая. Спасибо. А ты, блядь, чё типа на земле нахуй? Ой, блядь, по мне попали. Ой. О. Без урона. Блядь, а чё это было нахуй? А, Лёша, не нужно просто... Блядь. Пиздец. У меня самолет управления потерял. Смогу бы попасть? Тут руль высоты, короче, он иногда его заклинивает, как будто. Иди в жопу, Галя. Ой. Сейчас я Галик дам. Миха, стендов убрал Сарс Параш. Лёша, я, наверное, Ржаза не лечу, рассчитываю, что ты будешь ебать. Лёша немножко курил. Ладно, у меня сейчас возможность была по Ржазу пострелять немного. О, здорово, Антон! Миха, чья? Алёша, кто тебя не мог? Алёша, он суровый и молчаливый пилот. Ас. Ас, да. У него это такой супер харизматичный персонаж. Зачем ты носом на меня летишь, Андрюша? Ладно, я пойду Лёшу защищать. Ты носовые столкновения устраиваешь. Скажите, пожалуйста. Лёша, уйди! А, Лёша, ты на Антоне сидишь? Алё, блядь, Лёша, информируй. Инфа, как в КС. Это что означало? Поставь, Алёш. Ой, я вижу. Пошёл на. Давай после... В следующий раз так же разъеду. Оно простое. Ой, охуенно. Да, простое. Да чтоб ты разбился. Ну что мне делать? Можно найти его? Я заход такой топовый сделал. Я просто, блять, заход. Я просто заход слишком короткий сделал, слишком опасный. Не рассчитал. Я не привык пока что к этому самолету еще. Быстро не хватило. Оба у меня на хвосте. Давай догоняй. Блять. Лёша, ты налево, я направо. О, давай, Галь. Окей, сейчас, блин. Твою мать, то он должен падать, он не падает, он из-за пинга падает. Твою мать. Тортилу, ты по мне сейчас попал. Это не я. Вообще сейчас. А, это Агалик. Ай. Я тебе чуть пингом не подбил. Да близко было, ну нормально. Он медленно именно кружит вверх-вниз. Ну, за счет этого он чуть более быстрый и стабильный. Очень понятно, отлично, очень понятно, да, да. Ну слушай, почему-то, блять, мы сейчас не отсасываем. Ну, блин, Но если бы у БФ было какое-то прям жесткое преимущество, тогда бы мы сейчас отсасывали. Потому что я, блин, на этом самолете очень мало летал, а на БФ я много летал. У меня опыт на БФ есть. Да, в реальности на БФ летал. О, молодец. Где в жопу, Лёша, блядь? Я не могу на тебя навестись, потому что у меня из-за пинков туда-сюда. Херач. Это же Аля. Здорово. Слушай, у этого БФ, кстати, у него много декораций, поэтому когда именно врезаешься, то он чуть-чуть меньше, кажется, страдает.
Мне кишку включаться. Блять, я вот еще думал, типа, кого преследовать, блять, Энержаза или Антона. Думаю, Энержаз вроде как ближе. А в итоге оказывается Антон ближе, и в итоге мы вообще врезаемся. Надо было Антона преследовать. Моя тактика врезаться, короче. Тогда твоя тактика это просто летать и потом ждать, пока я сам в тебя врежусь. Ты сам ничего не делаешь, чтобы на меня врезаться. Я сам просто глупые заходы на тебя делаю. Ну, вернее, опасные очень маневры. Да твою мать, это все хорошо было, пинги, блин. А это, оказывается, типа сейчас Гольдфингер. Оо. А мы. Попадание. То есть, все сейчас победили в Германии, как. Ну, как адрес из партии. Так я так понимаю, ладно, мне надо тут сделать прикол. А Гальс, перцель от писюн, блин, болтается. Я попал? Как ты попал? Ну, не знаю. Повезло. Ну, видимо, придется менять самолет, потому что у меня руль высоты очень сильно болтается. Ну, на Антона болтает. Один заход сделал нормально. Перед это этим, перед посадкой экстренно. Ну, хотя и ладно, я еще полетаю, наверное. У меня все развалилось нахер. Блять, ты чё только что, ты проебал самолет, блять, просто чтобы мой разъебанный уже, который я это. Так ты и так, я и так его собирался респаунить. Иди в жопу. Да блин. Иди тебе. Так он у меня и так уже в жопу. Ладно. Ну вот видишь, блять, вот я Антону на хвост сел даже на этом низкоманевренном самолете, потому что Антон сидел на хвосту у Лёши. А он не может маневренность сохранять, если он на хвосту у Лёши. А, все, его. А нет, что-то там есть. Нормально. О! А Гадекс не смей. Гадекс нет. Да я на тебя заход даже не делал. Я просто предупреждаю тебя. Миха, открой окно. Ну тут ты сейчас мне на хвост сядешь. Лёша, а тебе хоть есть какие-то повреждения, блин? Ой, опасно, Лёша. Ну красиво. О, сразу. Но я вроде как не даю Антону на твоем хвосте сидеть особо. Я даже не могу на нем сидеть, там хвостить. Ой-ой-ой, блядь, я опять... Нет, я сам управление, блядь, потерял, пиздец. Ну ладно, вроде не сильно ударился об него. Еще попадание. Что-то у меня повреждение пока еще попутал. Я почти упал, я специально низко летаю. Мою тактику стырил, иди сюда. Пошел нахуй. Хоть у меня нет никого и тактики, я летать не умею, ну ладно. Не, ну ты, Лёш, если ты именно пытаешься атаковать когда-то кого-то, то лучше высоту набрать немного. Иначе ты можешь... А то я уже несколько самолетов проебал, когда на низкой высоте находился. Дай сюда лететь, Антон, за мной. Ну я тебя сейвю сейчас. Пошёл нахуй. Я к нему на хвост постоянно сажусь, мешаю ему. А мне сейчас опасаюсь, что на хвосту. Я и так ни хера сделать не могу. Ну я тебя повреждаю потихоньку. Ой, Лёша, что это было? А ладно. Пинки, надеюсь. Что-то не выглядит, что нормально. А нормально, сейчас летим это. А, да? Ну ладно, тогда. Надо подмахать. Изоленту, давай. Сейчас изоленту, да. А, все равно молодец. Да, ты бесит меня, я за Антоном следую. Да ладно, я же тебе комплимент говорю, что ты... Да ты за мной, сейчас, сука, ты по мне стреляешь, я про это говорю, нахуй. Лёша, помоги с Антоном. Он у меня на хвосте сидит. Да как он у нас не может у обоих на хвосте, блять, сидеть? Ладно. Окей. Ладно, я на него вышел. Лёша, чем ну это мне особо ничего не дает, блять. У меня двигатель дымится, блять. У меня пукан дымится, блять. А у меня голова дымится. Ой, сейчас на ему на хвост сяду. Ты пошел ты, ты иди давай. Не, на него вышел. Я пойду лягушек на палубу убираю, нет. Тихо, сиди тихо, к тебе вопросов не было.
Иди сам нюхай, ты дебил тупорылый малолетний. Да хватит. Я не знаю, как это. Да. Что? Нормально. Я мне кажется, винт повредился. Ты прям вообще передо мной все время. Как-то погадить, как-то передо мной. Ну, Джас, как ты, блядь, на земле находишься? Ну, а чё, я... Стоп, ты на земле находишься и в смысле, блядь, ты просто стреляешь? Ой, у меня управление потерялось над рулем высоты. У меня нейроны высоты потеряются. Ну ладно, ладно. Не выёбывайся так. Мы же можем респавнить самолеты не для того, чтобы, блядь, мы все на земле сидели. Ой, ё-мать. Всё тоже имеют свои роны высоты, не смогу зацепиться. Окей, всё-таки не зря я ему ебашу. Ну, так кажется, что мы свою просираем. Ой, блядь. Опасно было. В смысле, не понял, что это было, нахуй. А, все, у меня самолет. А и говоришь, что у тебя кусок сожрал. Больше не взлетит. Нет, а что у меня, блядь, было? У меня какой-то... У меня эффект разрушения картона был. Топово. Обосраться. Я теперь как-то... Да ты уже сколько раз обосрался, блин. Понятно, не надо. У тебя туалетная бумага не кончилась? Кто тебе будет падать? Я и пользуюсь. Аманда, полетите. Че тебе черепаху жопу моют? Скотина. Вылизует, блядь. А, я понял, что вы обзирать. Нормально. Я на Антоне. Я на Агарисе. Сейчас так звучит. Алёша, помогай. О, я попал. Поздно. А я на Алёше. У меня критическое повреждение руля направления. Мне нет смысла дальше продолжать полет просто. Я не боевая единица. Ой, всё. Здорово. Здорово. Тоже боевая единица, нет, блин. Антон, давай поговорим тут это, ну... Чай попьем. Давай. Я была предложил, но давай я это. Ну ладно, вы там воюете. А вы достаточно взрослый, чтобы... Во. Она у меня вот она. Да, вон она. Да это своя у тебя кружка. Давай, Алёша, давай кто выиграет. Ну ладно, поехали. Я выигрываю. Все кино так с германскими солдатами. Я вообще-то советский. Вот именно. А. Ну да, с тобой тоже могу. Ты фашист. А ты Сталин. Фу, ты... В смысле я Сталин, блин? Ты, по-моему, перепутал. Это что, каждый русский Путин сейчас? Вот вы бутилёры, блин. Ау, куда у меня кончился? Стрелять. Чё, патроны кончились? Не, у меня кнопка кончилась, у меня пропала. Блять, не вытяни. Вау. Неплохо. Блин, взлетать или выключать? Взлетать. Тебе не с кем пичи. Сейчас я могу присоединиться. Я от вражеского только что это, блять, пилота принял приказ. Так, а приказ уничтожить Тортилла 2018. Никак нет. Не понял, блять. Расстрелять, нахуй. Ты че? А, точно, ты же не Сталин. Так ты же не Сталин. А, точно, не знаю. Ну тогда я это... Ну я его просто... Ну я норму выполняю ежедневную по расстрелу. Пока всыпь... Ну на газе чесал. Попадание в пулемет, блядь! Да! Да сука, я пытаюсь Антона уебать, а у него маневренность, я просто больше не могу на него вырубить. Я вообще прямо лечу, блядь! Да в смысле прямо? Вот, блядь, нихуя ты не прямо летишь. Чё ты пиздишь? Ну я там капельку. Ты, блять, прямо... ты прямо пролетел там 5 миллиметров и говорит, я прямо лечу. Ну, блять. Сейчас не могу довернуть. Блять, я на Е нажал впервые, сука, за всю историю, нахуй.
Твоя наша. Мне неудобно руль направления что-то пользовать. Я вот разучился. Нам за руль скоро. Нам за штурвал. Ну да, плюс пива за говно. Бля, хамухай. Че, Антон? Че за 8? Что? Меня сбить, запомнить, а что я уже запомнил. А, меня сбить. Мы тебя вместе с Лешей сбили, получается. А, тебя сбили 8 раз? Насколько я понял. Типа смотри, когда мы на БФах, когда наша команда на БФах, то тогда полный разъёб идет вас. А когда мы на советских МиГ-3, а вы на БФах, то тогда один к одному примерно. Ну, относительно. Ну да, примерно. Я старался. Старался не делать это. Вот я просто вижу, как тень удаляется Антона, ёбаная, блядь. Я вижу твою картошку, блядь. Белорусская сраная, блядь. На, блядь, не вывернул, по мне сейчас этот попадет, гандон. Лёша, ты упал, да? Да, тут вот это много частиц. Так уже вылетело. Да? Так, ладно, я понял. Давай. Да, аккуратно, аккуратно. Мама, наверх, да да, блин. Да. Это я приземлился, это посадка. А, да, 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 конечно. Это ремонт, да. Так интересно, у меня достаточная высота была для меня вроде нихуя подобного. Я гады. Потому что это не делали. Но все равно красиво. Уникально, знаешь. Это уже не сарказм, Серега. Блять, ну, я думал, Антон далеко, блять, за моим хвостом, а он у меня прямо перед прицелом находится. Блять. Так, давай человек попьем, гады. Ну, есть хорошее предложение. Давай, 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 ну, давай. Давай. Давай, давай. Что-то мы далеко, блин. Это. Да как-то вообще далеко, блять. Так, мы с Антоном ближе приземляемся, ну тут потому что это. Ноунейм ебаный. Вот. А мы с Антоном, у нас секс скоро будет. Ну чё, ты будешь кружку-то ставить свою или чё? Да-да-да-да, ща найдусь. У КамАЗ есть личный КамАЗ. У моей черепахи есть личный КамАЗ. Всё, со хвоста сбил пока что. Да что ты бомж? Мне надо Антону уничтожить. Да спасибо, у меня уже жопы нету, спасибо. Не, без твоей помощи сдух. Да обратно взлетел все равно. Если ты хочешь, чтобы мне помочь, то сбей, Алёша. Нет. Что, у меня руки... Не хочу просто... себе помочь. Скотина, блин! Я хотел себя с собой унести. Лёша, красава, охуенный сейчас маневр был, вообще тимворк. А, он на тебя отвлекся, я в этот момент его ебанул. Немного. Так откуда этот гей? Я хотел в себя врезаться вместе со своей жизнью тебя собрать. Ну и шас, если случится. Блять, вот ты хуесос, каждый раз, когда я этот маневр выполняю, он начинает попадать. Ну, потому что у меня скорости недостаточно все время. Это я в тебя попал? Да не ты, Нержас. Я, ну, насколько понял. Да, блядь. Понял. Но мне бы надо было, чтобы, Лёша, ты это попробовал Нержаса подбить. Блядь. Я сейчас Антоном занимаюсь. Ну вот, блядь, вот я Антоном занимался, и мне Нержас просто захуярил. Ну все, у меня самолет это. У меня самолет уже не работает. Нормальным образом. Я отнёк какой-то кусочек вкусный. Лёш, ты старайся за Энержазом летать. Ну, то есть, тактика та же, блядь. Прикрываем, ну, то есть, обоих друг друга прикрываем. Хвосты. Да хер это война между двумя... Лёша, блядь, ты по мне попал. Ладно, урона не было хотя бы. Антон, ты чё, въебаться в ней пытался сейчас только что? За колной себя свалилась тогда. Да, блядь, ты чё, охуел, что ли, сука? Я, значит, уже ухожу от столкновения, а Антон, блядь, по мне ещё 50 раз понастрелял. Я буквально сам в него влетел. В итоге у меня крыло отвалилось.
Я пытаюсь, блять, от столкновения уйти, сука, а Антон-то ему похуй, блять, он влетит в меня и нормально, нахуй. Блять, Антон, ты чё тут делаешь, нахуй? Ты же чё тут делаешь? Ты чё тут делаешь надо мной там, блять? Я, значит, спокойно тут просто... Ой, блять, здорово, Лёша. Красавцы, 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 дракон. Это всё-таки произошло, блять. Давай мы тоже попал, и меня захватило, и себя я. Да, я тоже виноват. Здесь пять причин, почему Скраб параш. И стоп, почему Майнкрафт параш. Бать, красиво, кинетическую энергию переработал в потенциальную. Физику знаю, да. Ты на математику рассчитываешь, что ли, Бехам? Да какая математика, блять, обычно авиация? Авиация... Ты почесаться. Высота это... А, нет, блять, у меня как раз-таки потенциальная энергия была. Я ее переработал в кинетическую. Вась, сдохни! Это же как-то потенциальная энергия. О, ебать! Сбит, нахуй! Я первое вот прям конкретное сбитие получил в раунде. Я не отомщу. Именно не то, что там дрекал самолет, вот вам, а вот прям конкретно крыло отбил нахуй. Я не могу. Ой, вот как раз я хотел раунд закончить, а сейчас появилась возможность приземлиться. 3, 2, 1, поехали. О. Я налево, давай ты направо. Вообще друг друга не врезаться. Я же побоюсь. Уже по мне стрелять. Ой, сейчас расстоять меня. Смотри. Ай. О. Идите вы нахер на одного меня, блин. Ой, Антон же свой. Такс. Теперь по окраске не определишь, кто есть свой, кто чужой. А зачем? Ну так-то, блять, сразу видно, кто, блять, советский самолет летит или нет. Давай, мне нужно багажник полететь. Зачем? У меня вооружения нет, я тебе там. Банально он уже, блин, не может скорость набрать. У нас одинаковые самолеты, как ты меня догонишь. Ты только время лишнее потратишь, и за это время Лёша сдохнет, вот как сейчас. Я тебя переиграл и уничтожил, я в Лёшу вторанился, короче. Я думаю, будет рациональнее поставить... Ну так я умер и одновременно рабочего полностью Лёшу убил. Антон, твоя цель на Эльнаржа с моей Лёша. Не, это не считалось, мне просто так самолет поломал. У нас цель всех уничтожить, а надо друг другу помогать. Уничтожить. Алёша, я лечу. Давай. Еще, Алёша. Надо помогать тогда, когда действительно есть угроза какая-то, да? Надо следить, чтобы не было угроз для тиммейта. Чтобы он в безопасности был. Чтоб тебе крыло отпало. Не надо. Может, мне кажется, для такого маневра слишком маленькая высота была и скорость. Ладно, потому что в воздушном бою быстро теряется высота. А мы начинаем тут сразу, блять, с земли, поэтому, разумеется, у нас низкая высота. Антон, не въебись в меня. Мне нравится фильм, как такой. Интересный по жизни, А, ебать, вообще нет сомнений, блять, то, что Энержас меня разъебывал на маневре петли, полупетли, потому что, блять, я сейчас на БФе буквально за секунду этот маневр сделал, а на Миге это херачится очень долго. Да, блин. О, я в полете, а ты там. Не, я не в полете. Я пошутил. Я не знаю почему, но я врезался и не было урона для меня, сколько я заметил. Ты хочешь, я Сталином побыл еще? Да у тебя процессор взлетел, ты меня уже почти кило отцепил правой, у меня этого не надо отцепить. Да не надо. Не, да нихуя, Лёша, блядь.
Сука, терминатор, блять. Я же сказал, я же взлечил. I'll be back, блять, тут нахуй вернулся. И сбил меня, сука, первым же выстрелом элерон. Это у меня просто время, когда мне слышал, я туда был. Ну, здорово. Я, блядь, не планировал это сделать, но это, видимо, тоже работает. Я на Лёше. Там давление какое-то, мы... Разорвёт херам собачьим, не надо это давить. Тебя не садят. Так это на скорость, это жопа как управляется. Нормально управляется. Ах ты, смотри чё, смотри чё. Хи-хи-ха. Ша, жопа. Синонимы-то, да? Да не, не, не синонимы. О, разъебал. Это, я, Лёша... Нормально, Антон, это обращайся. Да, сейчас. Обращайся, я тебя засейву. Подожди. Когда у тебя уже Лёши не было на хвосте, я его убил. Круто, я помог, да. Поставьте лайк, подпишитесь и включите все уведомления, чтобы не пропустить следующее видео. Всего доброго.